И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте сейчас настроим растяжение на косточку вот эту, предплечье. Выбираем косточку управляшки и делаем через Shift выбор косточки предплечья. Делаем Ctrl-Shift-C, Stretch to. Кость 31 это кость управляшки, и арматура на нее ставится. Так, что у нас дальше? Смотрим. Если сейчас мы руку оттянем, видите, у нас тут немножко казус, но кость уже растягивается. Нужно ее немножко поднастроить. Так, можно, значит, уменьшать вот эту инфлюзию или поставить валы поменьше. Вот эту настройку. Так, и, значит, оригинал, ну, чуть-чуть, можно побольше, поменьше. Так, единичка. Смотрим, что у нас получилось. Если G, вы видите, что у нас идет растяжение руки. Так. Вот можно теперь снимать какие-нибудь приколюхи, да, где он далеко должен, ну, как бы на камеру что-то взять. Можно это дело обыгрывать таким способом. Так, ну, здесь вот начинается вот такая вот ломка, да. Давайте ее тоже попробуем ликвидировать. Уменьшим до пятерочки. И вот теперь рука будет более нормальная, да. Head. Настройку тут подкорректируем, инфлюзию тут. И смотрим теперь, как будет растягиваться. Вроде рука нормальная. Вот. Ну, теперь у нас получается, значит, вот здесь вот у нас идет косяк. Нужно его тоже подкорректировать. Так, единичка. Винт. Вот, по X, Y ставим. И поперли. Растягивать, как нам удобно. И получается у нас эластичная рука такая. Так, теперь нам понадобится еще пару настроек. Это настройка вот этой вот кисти. Давайте тоже это все дело сделаем. Так, выбираем теперь, значит, косточку управляшки и косточку предплечья. И ставим Ctrl-Shift-C, копии локация. Так, а на управляшку и на Inverse Kinematic ставим Ctrl-Shift-C, копии Transformation. Вот такая штука. Проверяем теперь, а ну-ка, G. Крутим нашу руку. Вы видите, что крутится и предплечье. Рука не ломается. Все, зашибись. Так, что у нас тут? Раз. Уходит назад. Единственное, что нужно вот это сжатие. Немножко копии. Так, stretch to немножко уменьшить. Так, это можно поднадувать ее чуть-чуть. Ну и где-то, наверное, на пятерочку, на шестерку, 0,6 поставим. Так, и теперь уже вроде бы должна быть нормальная настройка. Вот, залома, смятия не идет, и идет растяжение, но
косточка, видите, меньше стала растягиваться за счет того, что уменьшилась вот эта инфлюзия. Вот. Ее можно регулировать тоже. Вот теперь раз, и все нормально. Вот. Расстояние вроде бы предплечья сохранено. Вот. Так все дело здесь работает. Так, ну вроде бы все. Точно так же можно ставить на ноги растяжение, на позвоночник и на другие части, на шею там или еще куда-нибудь. Ну или проще отцепить все это дело и просто растягивать, да? Заходим в Edit Mode, находим нашего персонажа, отсоединяем какую-нибудь косточку, вот эту, допустим, Alt-P, Clear Parent, и подключаем ее к нижней, Ctrl-P, Keep Offset, так, а верхнюю подключаем к ней через Shift, Ctrl-P, все, она подключена. Так, теперь, если мы зайдем в Pose Mode, найдем нашего персонажа, то сможем просто так вот кости тянуть. Так, и тогда вот эту косточку сможем вот так растягивать. Ну, как бы вот такие вот настройки. Все, всем пока, до свидания.